Ну вот, друзья, начинается этот день. Да, свадьба. Итак, у нас есть платье, которое вы увидите чуть позже более подробно. У нас есть Паша, которого мы эксплуатируем сегодня как фотографа. У нас есть Настя, которая готовится. У нас есть Катя, которая какает. В общем, все в сборе, а значит, мы готовы. Мы готовы к свадьбе и надеюсь, что получится все замечательно. Надеюсь, что вам понравится. Выходим, друзья. Там у нас мамы встречают. Настю нельзя показывать, вы ее увидите позже. А маму можно. Мама, бабушка, здравствуйте. Там приехал Давид на своей BMW. Привет, здрасте. Здрасте. Че, поздравляю вас. Поздравляю вас. Как красивая у тебя Алиночка. Привет. Ну так. Да нет, там все свои, немного народу нормально. И улыбаемся. Покажи свою приятную музыку. Улыбаемся. На дорожку. Обещаю. Обещаешь ли быть для нее примерным мужем, добрым, надежным и верным другом? Обещаю. Обещаешь ли ты заботиться о ней? Да. Обещаешь ли ты быть всегда с ней рядом в горе и в радости? Обещаю. В богатстве и бедности? Обещаю. В болезни и здравии? Обещаю. Поддержим жениха. А сейчас хочу обратиться к нашей прекрасной невесте Анастасия. Обещаешь ли ты жалеть и поддерживать своего мужа, быть ему нежной подругой и верной женой? Обещаю. Обещаешь ли ты любить его больше жизни? Обещаю. Обещаешь ли ты всегда быть с ним рядом, в горе и в радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии? Обещаю. Ну что ж, дорогие мои, эти обещания слышали сегодня все здесь присутствующие, и мы уверены, что вы принесете свою любовь и верность всю жизнь. А сейчас ответственный момент. Я прошу скрепить ваши желания письменно в соответствующих документах. Так, куда? Вот тут? Вот. Благодарю вас, Павел и Анастасия. Издавна кольцо было символом бесконечности, ведь оно не имеет ни начала, ни конца, это идеальная
Поэтому, находясь рядом друг с другом или вдалеке, в разлуке, берегите, храните заветное колечко, ведь это свидетель обещаний, данных вами сегодня. Я прошу молодоженов обменяться обручальными кольцами. Ручку жениху подает невеста. Сейчас мы просто отдыхаем, приехали в студию. Не, у родственники хорошие, просто церемония такая показушная, прям не нравится мне это все. А сейчас просто пофоткаемся. Катюха вон там играет на пианино, смотрите. Слышите, да? Какая шикарная музыка, да? Прям кайф.
Итак, у нас новая студия наконец-то. Я уже не могу. Настя уже освоила. Глебчик тоже прям вовсю. Приветики. У нас новая крутая студия. Сейчас мы здесь пофоткаемся. Еще сделаем что-то интересное, я думаю. Да, Катюха? Ага. Я попить. О, кайф. Тут ничего, как атмосферно. Ну ладно, давай его. Хочу кушать. Тапочки мне нравятся. Я бы в них пошла домой. Ну что, вот и закончился этот волшебный день. Ну-ка, давайте. У-у-у! Блин, я запись не включил. Че, реально? Давайте еще раз. Он Семен. Ты шутишь? Да шутит, он шутит. Какашка, он специально.